Приветствую вас, дорогие друзья. Я хочу все-таки, несмотря на то, что все уже сделали свои обзоры текущего каталога, я хочу сделать свой обзор. Я хочу показать некоторые продукты из этого каталога. Не новинки, а те, которыми я уже пользуюсь давно и составила свое мнение об этих новинках, об этих продуктах. Если вам интересно, продолжайте смотреть это видео. Так, ну давайте начнем вот с этой супер обложки маленькой. Здесь дается распродажа по 99 рублей. Вы можете взять любые тени. Об этих тенях у меня впечатление такое двоякое. Ну, если в общем и целом судить, то я скажу, не очень тени. Ну, 99 рублей по нынешним временам — это копейки. Можете взять, но вот предупрежу вас вот о чем. Значит, вы, получив в руки эти тени, столкнетесь с некоторыми неожиданностями. Первая неожиданность, о которой я хочу сказать, она приятная. Тени крупнее, чем... То есть, когда вы видите живьем эти тени, вы думаете, ого, они-то всегда такими милашками-пятачками представлены, маленькими тенюшками. А на самом деле вот коробочка такая. Ну, хотя у нее ободок широкий, но все равно как-то впечатляет размер теней. Так, теперь, значит, вот у меня есть вот эти тени, бархатный сливовый. И вот какая неожиданность. Посмотрите, как выглядят они в каталоге. Цвет такой темный, густой, бархатный, действительно. Но бархатные они только на ощупь. Они на ваших веках бархатно смотреться не будут. Они для этого слишком прозрачные. Ну вот так сводч набирается. И чтобы вот так вот лежали они у вас на ваших веках, их вот так вот нужно и впечатывать, не растушевывая. Когда же вы их растушевываете, остается такой, видите, едва заметный след. Давайте еще наложим. Так. И, в общем, цвет довольно негустой. Может быть, дело в том, что у меня кожа темная, да, темнее, чем на испытуемых моделях. Ну вот, да, то есть, и у них такой немного атласный. То есть шиммера такого, который можно здесь углядеть на картинке, его нету. Он именно такой атласный, финиш атласный у этих теней. И им можно делать такой нюд. То есть именно вот естественные углубления подчеркивать или... Ну, в общем, вы можете поработать над рельефом, контурированием ваших век. Вот. В общем и целом тени неплохие, но просто они совершенно не такие, как выглядят на картинке. Предупреждаю вас. Ну, новинку я затрагивать не буду, потому что ничего о ней сказать не могу. У меня есть Paradise из основной линейки, то есть первый собственный Paradise. Ничего общего этот запах не имеет. Может быть, потом в финише что-то общее уловится, но сейчас пока что нет. Так, на чем еще хочу остановиться? Мечта многих — iPhone. Вы можете стать обладателем айфона, поучаствовав в конкурсе. Конкурс не такой уж сложный, условия его просты. Нужно сделать макияж, применяя декоративную косметику The One, сделать селфи, выложить в Инстаграме и описать, какие продукты The One вы использовали для этого. Ну, а тем, кто не надеется, ну, участников, счастливчиков, получающих iPhone, намечается всего пятеро, поэтому те, кто совсем не надеется, поучаствуйте хотя бы вот в этом. Это не конкурс, это действует для всех. Вы можете селфи-палку, она же монопод,
получить со скидкой 60%, то есть 299 рублей, выполнив очень простое условие, заказав на 990 рублей из этого каталога. Надо брать. Не забудьте указать код. Он автоматически, монопод вам не упадет. Так, новинки пролистываем. Но все-таки не могу не отметить вот эту страничку, боже мой. Вот она просто завлекает. Хочется купить эти лаки. Цена, в общем-то, привлекательная по нынешним временам. 159 рублей. А какие цвета, какая гамма? Это летняя лимитка. Какое название? Мятный мохито. А, там какой-то абрикосовый фреш. Малиновый коктейль. Грушевый лимонад и брусничный смузи. Кроме грушевого лимонада мне все нравится. Грушевый лимонад у меня почему-то ассоциируется с напитком Дюшес. Ну, это неплохо. Здесь даже те лаки, к которым уже глаз привык, замылился, все равно представлены так красиво. И кроме того, не стоит упускать вот это предложение. Закрепляющее покрытие с эффектом гель-лака. Это надо обязательно заказать. Это must have этого каталога. Ну, о самом лаке я говорила уже неоднократно. Лак замечательный, кисточка супер. Лак стойкий. Если вы будете использовать защитное покрытие сверху, вот с эффектом гель-лака. Или, например, здесь матирующее покрытие, также по 199. Лаки, как и тот, лимитированная коллекция новинок, 159 рублей. Да. А туалетная вода, которая есть у меня, которой я очень довольна, правда, я ее воспринимала как весенний аромат, и сейчас я на лето перестала ею пользоваться. Но вот у нас под окном высажены петунии. Это ночные цветы, которые ночью раскрываются и источают чудесный аромат. У нас их немного, то есть у нас даже не столько под окном, а на крыльце просто поставлены две катки, два горшка небольших с этими петуниями. Но вечером, когда вы заходите домой, если вы припозднились и поздно возвращаетесь, вас встречает вот этот замечательный аромат. Почему я говорю сейчас в этом аромате? Здесь он называется «Невинная белая сирень» Innocent White Lilac, потому что эти запахи чем-то похожи. И мне подумалось, что, в общем-то, не такой уж он и весенний, можно и летом им пользоваться. Вот этот аромат петунии мне напомнил этот аромат. Что-то, видимо, какая-то общая нота совпала. Так. Так что вполне можно белую сирень и летом носить. И сынок мне на днях буквально напомнил об этом аромате. Говорит, а где моя туалетная вода? А мы ее тоже запрятали уже, и я ее достала. Он ей побрызгался. Он ушел, аромат остался. Я думаю, неплохой аромат. Такой он демократичный, но в то же время не сказать, что... Все посматриваю и заглядываюсь на этот арбуз, маска и крем для лица и тела. Как мне взять? 149 рублей. Хочу поругать вот этот крем из серии Алоэ. Так, Алоэ Вера. У нас называется крем-гель для лица Алоэ Вера. Я его брала в весенней корзиночке, что ли, как называется. Слушайте, эта серия предназначена для нормальной и комбинированной кожи. Но это, я не понимаю логики. Он так пережиривает кожу. Видимо, за счет того, что гелевая текстура. Он на вид вообще не гелевый. Сейчас я вам покажу. Так, вот смотрите, такая замечательная баночка. Вообще дизайн этой серии мне очень нравится. Так, защитную пленку невестка не сняла. Я обычно срываю, чтобы она не мешалась. Ну, такой приятный аромат. Я его подарила невестке на день рождения. Как же, боже мой, как же я опозорилась, честное слово. В общем, и у меня, и у нее кожа жирная. Я спрашиваю, ну как тебе крем? Она говорит, слишком жирнит кожу.
Я думаю, как же так, надо попробовать самой. Я попробовала сама, и как я пожалела. У меня через... После одного применения был такой ужасный эффект. Наверное, это какой-то такой... Как этот эффект назвать? Парниковый. Вообще, я так ужасно выгляжу. Парниковый эффект, наверное, это можно назвать. В общем, поры закупорились и покрылись пупырышками, кожа покрылась пупырышками. Вот именно вот эти забитые поры, когда они восстали. И мне понадобилось недели две, чтобы все это прошло. В общем, ну, слава богу, что не было никакой там мацерации, экзема не пошла, слава богу. Ну, я теперь даже боюсь, я хотела купить все остальные средства из этой линейки, а маску, если внимание, да, маску из этой серии, маска из этой серии была в коробочке Елены Крыгиной, ну, где она делала коробочку для увлажняющих средств или коробочку масок, не помню, какую именно, но... То есть она прошла ее проверку ею. Но я боюсь теперь вот так же обламываться. Я, наверное, не буду покупать умывалку и тоник из этой серии. Ну, для век я и не планировала. Скраб для лица. Не знаю, в общем, кто пользовался этой серией, пожалуйста, напишите. Так, теперь, значит, здесь у нас очищающие салфетки, код чистоты. 189 рублей. Я вам уже неоднократно говорила, что у меня есть этот. Теперь видите, уже какая тонкая стала пачка. Она вот такая толстенная была. А все почему? Потому что я сама, по-моему, еще ни одной салфетки не использовала. Все использовали мои дети. Я сказала, что буду использовать их как антибактериальные салфетки. Ну, где-то ходите в городе, на природе, надо руки очистить. А здесь-то написано, что ею можно снимать макияж, а этого я так и не попробовала. Очень жалко, обидно. Надо попробовать. Все-таки надо купить эти салфетки. Тем более, что 189 рублей по нынешним временам. Это копейки. Матирующие салфетки также надо взять обязательно. 50% скидки. Правда, нынче это составляет 219 рублей. Мама дорогая. Салфеток здесь 50 штук. Хватает надолго. Здесь вот имеется такая штучка клейкая. Наклейка. Клейкая наклейка. Предназначенная для того, чтобы вытаскивать салфетки. Вы когда открываете, она цепляет и вытаскивает салфетку. Но она приклеилась к салфетке и оторвалась от этого. То есть ее другая клеющая поверхность оказалась сильнее, чем бумага сама. То есть бумагу разорвало на две части. Вот эту клейку и наклейку. А сами салфеточки такие тоненькие. И вот сейчас вы видите на мне жирный блеск. Тоненькая, приятного такого мятного салатного оттенка. Нет, мне нужно зеркало. Я хочу видеть зеркало, а не в монитор. Так, ну здесь не очень заметно. Нет, по-моему, заметно, да? По-моему, заметно. Давайте вот здесь самое. Салфетки очень приятные. Я пользовалась литуалевскими. Они толще и тверже сама бумага. Не знаю, некоторые говорят, что хвалят те салфетки, говоря, ну, в том плане, что берешь в руки, маешь вещь, а это... Ну, в отличие от таких тоненьких. Но мне нравятся больше такие тонкие и нежные. Тем более, что она прочная бумага сама.
В общем, зачетные салфетки рекомендую. Ну, правда, они так вот со временем пачкаются. Но надо быстрее использовать, не надо забывать, что они у тебя есть. Аюна, я себе говорю. Но Вейдж, я все хотела обзор сделать на True Perfection. Так, я сейчас говорю вот об этой страничке. И знаете, что я хочу сказать, что здесь возраст 25+, написан, против первых возрастных признаков предназначена эта серия. Но я хочу сказать, что если вам 50, то эта серия все равно вам подходит. У меня предыдущая коллекция, еще не New Age. Здесь, что у нас здесь написано? Освежающий Eye Illuminator, то есть он освежает и подсвечивает, и своим сиянием отвлекает от морщинок. Так, еще написано Silk 3 экстракт. Экстракт шелкового дерева. Я хочу показать, что здесь шариковый наконечник металлический. Очень приятно им мазать веки. Против таких ужасающих возрастных признаков он не борется, не справится, но все-таки он все равно подтягивает, и это ощутимо, такое механическое разглаживание вы ощущаете. И я скажу, что вот у меня очень возрастное средство, вот такое есть для век, это Time Reversing Intense. Я не скажу, что вижу разницу. Вот. И еще дневной крем из этой серии. Я уж не буду, он у меня вот в той косметичке. Я не буду тут у вас поворачиваться к вам спиной и искать этот крем. Я хочу сказать, что он тоже обладает вот этим эффектом лифтинга. Именно механически. В нем содержится что-то такое силиконистое, что подтягивает кожу. И если у вас сухая кожа, то вам этот эффект может не понравиться. Потому что если у вас тургор кожи утерян и вам подтяжка по душе, то у кого кожа сухая, они подтяжку воспринимают как стягивание кожи на барабане. Вот, да. Я покупала вот такой крем тени, как он называется? Кремовые тени Transformer The One. И мне они как-то не пригодились совсем. Может быть, и зря. Ну вот, если вы ими не пользуетесь, с ними вот такое происходит, они рассыхаются. Ну, правда, это не так фатально. Ими все равно можно пользоваться, они все равно растираются. И, наверное, также накладываются на веки. Вот. И это у меня опять-таки слива. На этот раз томная. Так, шиммер, по-моему, отвлекает. Цвета вам не видно. Ну, цвет опять-таки сливовый и шиммерный. Тоже почему-то как-то не пригодились. Не могу сказать, что они прямо на веках прямо сияют таким металлическим, ядреным, горячим блеском шиммера. Нет, этого не наблюдается. Ну, не знаю, почему-то я не пользовалась. Как-то к моему оттенку кожи, что ли, не подходит. Не потому, что возрастные признаки, а именно мы оттенками не сошлись.